Коллеги, добрый день. Меня зовут Калинин Олег, я технический эксперт компании Сингента. И сегодня я вам расскажу о высококонцентрированном инокулянте последнего поколения, который обладает самым высоким титром бактерий на рынке и который создан специально для наших условий и для наших почв. Приобретая комби-пак от УВА, вы получаете две коробки с инокулянтом от УВА и две коробки с протектором Премакс. Данного объема продуктов нам с вами достаточно для того, чтобы обработать 4 тонны семян сои или же чтобы посеять 40 гектар вашей пашни с нормой высева 100 кг на гектар. Сейчас я предлагаю более детально рассмотреть каждый из двух продуктов. Инокулянт от УВА. Как я говорил ранее, это высококонцентрированный инокулянт последнего поколения, в состав которого входят бактерии Bradyrhizopium japonicum. Также данный инокулянт позволяет нам увеличить количество азотфиксирующих клубеньков в почве для того, чтобы обеспечить растения в критические фазы развития азотом. Таким образом, мы исключаем внесение минеральных удобрений, а соответственно это ведет к снижению себестоимости. Также данный продукт у нас был разработан по технологии осмозащита. Что же такое осмозащита? Это инновационная технология, которая обеспечивает увеличение толщины клеточных стенок и лучшую смешиваемость инокулянта с химическими продуктами. Также в состав комбипака у нас входит протектор Премакс. Данный продукт позволяет у нас лучше наносить инокулянт от УВА на семена сои, обеспечивать их питанием с момента нанесения до момента прорастания на корнях растений и избежать их высыхания. Вот так я вам сейчас продемонстрирую, выглядит Премакс. И вот таким образом у нас выглядит сам инокулянт от УВА. На этом у меня все. Спасибо за внимание. До встречи на ваших полях.